Всем снова привет. Так, что у нас? Ищем последователей для свержения императора. Ну, все классно, я думаю, не нужно останавливаться, продолжаем. Так, а что у нас? Куда? Ну, давайте вот посмотрим, что там у нас есть, как минимум. Я вижу, вам никак не надоест геройствовать. К вам подходит крестьянин и говорит: «Просим, помогите на нашу деревню, то и дело нападают налетчики-сверяне, они даже разбили рядом лагерь. Нет нужды убивать их всех, если вы как следует напугаете их, они оставят нас в покое. У нас мало чего осталось, чтобы предложить в награду, но уж не сомневайтесь, что чего-нибудь да наскребем». Вы подбираетесь к лагерю налетчиков и нападаете. Так. Ага, чудо-сабли у меня есть в руках. Их там, по-моему, за какое-то количество времени надо уничтожить. Вот в чем сложность-то. Да, еще и одному. Да твою мать! Да бля! Давай, давай, давай! Да мало, мы даже половину не завалили. Дайте мне еще попытку. Вы сообщаете крестьянам, что северяне-налетчики показали свой трусливый нрав и больше не будут беспокоить. Крестьянин вручает вам небольшую награду за убитых налетчиков, коих было 5. Приведемся в порядок немного. Так, туда мы не пойдем. Смотрим, но вот это выход однозначно. Давайте на него встанем. Алхимик. Но можно рискнуть сделать алхимика. На самом деле, вот мы так давно этого алхимика уже мурыжим, что я готов просто посмотреть прохождение, что мне нужно попытаться выбить для того, чтобы покончить с ним. Луна всходит над городом. И на что же проливает свой свет? На смерть, разрушение и боль. Покончите с этим. Так, мы продолжим исследовать район, во-первых. Так. И сейчас мы узнаем, что нужно сделать, чтобы с алхимиком покончить. Так, Hand of Fate, алхимик. Так, смотрим, что нам предлагает интернет. Все карты встреч, развитие событий. Например, карта алхимика, дуэль во всех остальных картах. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Раз уж у нас конец близок, можно немножко и в прохождении покопаться, чтобы по максимуму раскрыть истории. Так. Ух, сколько тут всего. Во. Выгодные комбинации. Желтое перо, гриб, жук. Голубое перо, гриб, жук. Если выбрать ингредиенты как попало, то либо ничего не происходит, либо можно заработать потерю спутника на 3 хода, карту проклятия и карту потери золота. Я здесь, и нам нужно сделать много дел. Ладно, давай попробуем.
Here's a token for you, if you can earn it. Не написано, как жетон получить, написано комбинация. I'm not a vain man. You must appreciate that the game, this game, has been my focus for more years than I can count. I have a certain pride regarding its twists and turns. Все, голубое, отлично. Так. Не в том порядке, конечно. Гриб, голубое перо. Ай-яй-яй-яй-яй. Все бомбанет сейчас на ура вообще. Бах, тарарах. Огонь вообще. Давайте этих размотаем тогда. А, так это не драка, это просто пройти мимо. Ну, бля. А вот у нас сейчас и не получится. Ну. Блин, вообще, о чем я думал, а? Это даже не те карты, где нужно просто побить этих... Эту гниль, или как они там называются. Это же, блядь, тут нужно пройти перед этими. Ну ладно, может сейчас что-нибудь... Каких ништяков получим. Ого, у них один пальный. Здоровье. Главное сейчас только получить что-нибудь со всего этого. Денег получили. Ну тогда туда мы не пойдем просто-напросто. Вот и все. Погнали сюда сразу к финалочке. Всех мы не собрали, нам четверых не хватает. Союзник Эстреллы ждет в тихом мраморном соборе. Войти. В пляшущем свете свечей вы проходите мимо скамеи в переднюю часть храма. За алтарем вы поднимаетесь по лестнице, залитой лунным светом. И вот перед вами большие двери на западную террасу. Вы усилием открываете тяжелые двери. Седовласый имперский генерал с доброжелательным лицом приветствует вас. О, вы должно быть предатель. Плакаты с вашим лицом развешаны по всему городу. Вы очень хитрые. Или как... Или так безжалостные. Генералу... Генерал Флинт Хэллоу к вашим услугам. Генерал Флинт Хэллоу просматривает список с кровавыми подписями в поддержку вашего дела. Вы оскорбляете меня, хмурится Флинт Хэллоу. Без поддержки людей вы просто-напросто убийца.
Я думал, что научил вас большему. Соберитесь. Прежде чем вы успеваете среагировать, генерал Флинт Хэллоу поднимает свой пистолет и стреляет вам в шею. Да хорош. Все еще живее всех? А, возможно, вы и вправду находчивы и добры. Генерал стоит над вами, и его кровь капает в вашу ладонь. Но я не могу позволить вам уйти отсюда без обид. Затем, насвистывая, отряд солдат заполняет террасу церкви. Их сопровождает Огр? Да вы пизданутые. Руки Огра закованы в тяжелые кандалы. На его спине виднеется клеймо Империи. Солдаты ослабляют цепи, и Огр вздрагивает. Его желтые глаза дико мечутся по сторонам. Какие-то неведомые силы удерживают его от побега. Вы обнажаете оружие. Ох, ебать вас. Я же все карты исследовал. Ну вот где я вам набрал бы этих четверых? Ну вот хер знает. Это в аптеке, либо нужно было тетку выбирать, либо в районе прокаженных еще походить, пообследовать, не знаю, сложно сказать. Закованный Огр. Какой железной волей надо обладать, чтобы сломить и поработить Огра? Толстая шкура Огра уменьшает урон на 4, делая особое оружие менее действенным. Осторожный, его дубин наносит разрушительный урон, уклоняйтесь или погибнете. Ну, замечательно. Да блядь. Я уж понял. Как бы тут не отъехать. А, я успел. Я shift неосознанно как-то нажал. Я думал, что все, мне хана. Один удар Огра, мне хана. Так, он готов. Нет, в самом начале серии отъехать, ну вообще. Ой. Дошли ты еще до конца, блин, а? Обидно так. За спасение ребенка из королевства феи, кольцо Пира. В ваших припасах пополнение. О, круто. Но это короткая партия. Давайте попробуем ее сейчас прогнать по-быстрому с другими вариантами ответов. Так, вот это дерьмо мы убираем. И вместо этого ставим золото. Так, встречи. Тоже ненужные убираем. Жаль, жаль.
погнали. Пробуем. Последняя глава вашей истории близка. Ну ладно, это. Мы это все слышали. Будем убирать, короче, их всех. Ах, мне бы клиночки мои вот эти найти поскорее. Тут вот этой тряснёй тут особо ты не навоюешь. Выбираем их трупы. Finally, something with a bit of spirit. I do not expect you to devote your life to the eldritch arts as I have. Дресня какая. This shows promise. Да ну вас нахер, ну ладно. Да, не совести. О, нас проклинают за это. Back to the bones. Да, что вообще за херня выпадает? Вы что, гоните? Ну ладно, хорошо. Так, пока мы не очень популярны, мы здесь должны проскочить тогда. Блин, у нас в прошлой серии так катило, чисто подряд, удача, удача. Надо было доигрывать, вот каплю не осталось, весь настрой просрали. О, сейчас еще и одному убийцу, ну ладно. Не помню, есть ли у меня какие-нибудь карты, которые снимают проклятие. Ну, что-то было вроде. Славы не хватает. Ну давайте шлем, хотя бы шлемов у меня еще не было.
I doubt any will mistake your bearing for imperial. Даже в этом головном уборе я сомневаюсь, что вас кто-то примет за имперца. Да чё за вообще трясня какая-то выпадывает? Чё в натуре? Ну ладно, хотя бы так на этом спасибо. A win here sets the tone. Проклятие, не получили challenge. Уже хорошо. Так, это будет 10, соответственно, шестерку надо выбросить. Ну давайте, может так получится. Нет, ну ладно. О, не ожидал тебя здесь увидеть. Вы оборачиваетесь и оказываетесь лицом к лицу со знакомым пиратом-призраком. Мы ищем свой корабль, он делает широкий жест призрачной подзорной трубой. Пока что не везет, но мы уже нанесли на карту большую часть здешних земель. За золотом можем и поделиться. Ага, нет, дружище, давай не в этот раз. А, это фургон комедиантов. Ну, давайте. Здоровье. Жизни было. Let's see what you do with that, given your position. Время обирать трупы. Так будет.
Now the power is yours to ага, use. Теперь сила в ваших руках, огонь. Смотрим, что здесь у нас. О. Ясно. Не в этот раз. Мы вряд ли выкинем больше. Ну как, может бы и выкинули. Я не хочу просто его сейчас спускать. Patience. Do not move too quickly. Да вот опять, как в прошлый раз. Да чтоб вас, суки, а? Я же сейчас 30 очков максимального здоровья потеряю. Или нет? Ну ладно. Гениальный дом. Есть зачем туда идти? Есть чем мне туда идти. Нет, нет. Ну не вкатывает нам вообще. Вообще от слова никак. Половина опалённая, замечательно. Козлина. Да как? Я же кувыркнулся. Чё ты гонишь вообще? Так, дело плохо. Ой, ужас. Чё вообще за херня в самом начале началась? Я так не дойду до конца. У меня как минимум одно проклятие есть уже.
weapon worth of a true magician. Так, с этой стороны, по-моему, должно быть. 6 еды, 12 жизней. Почему бы и нет? Новая игрушка, еще можно попробовать. Волшебный клинок — это редкий маг, который вверяет свою силу простому оружию, но оно пережило и своего создателя. If we must stop them, so be it. Да бля! Вот, мы еще бы еще одного успели, вот, зараза. Ну, сейчас сколько? 6 или 7 завалили? Мы их прям душевно вообще пинали. Ну-ка. 7, да. Вы бы, блядь, еды, что ли, дали, а? Чего вы гоните? Хорош! Да просто пиздос. Да я сейчас отъеду, короче. Да что происходит опять? Не слушается вообще ни в какую. Supplies are running low.
Make your choices carefully. Так, поговорить с Томасом. Еще говорим с Томасом. Там, по-моему, три раза может с ним поговорить. И последний. Меня такие вещи не интересуют, наемная душа. Мне все равно, кто сидит на троне, ты или император, да хоть осел. Мертвых всегда нужно хоронить. Пойду я за ней. Нет, у меня столько жизней, чтобы экспериментировать. Farmers know better than any other that we reap the rewards of our earlier efforts. Опять? Да чтоб вас, да вот просто в жопу идите, сколько можно. Почему она не потухла? Я же их замочил, какого хера вообще? Верните меня на то, с чего серия началась, я там сыграю нормально. Фух, успел. Главное, дайте. Хер с вами, что вы там все отъехали. Аптека. Ну, давайте. Ну, тут что-то сложное нужно выбросить. 50 золота я разглядел. Но у нас есть столько, но... Ох, да. Конечно, конечно, большой провал. Сучий пес. Ну и все, и ни о каких не может идти речь о помощниках. Starvation has been the end of many adventurers. Так. Ну ладно, наливаем тогда. Oh.
Да вы гоните вообще, что ли? По-моему, над нами там должна быть лавка, надо проверить. 10 лавок. Снова просирать здоровье. Хер с ним, на этом серию закончим. Завтра еще раз попробуем. Сейчас не будем мучиться. Slain. Монет нету. Замечательно. Ну ладно, заканчиваем тогда.